Всем привет, дорогие зрители канала eShop. Мы с вами снова очень рады видеться на нашем канале. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня я для вас буду открывать новую локацию, новый магазин. И это будет данный магазин под номером 30. Запомните этот магазин, а я сейчас буду ознакомливать вас то, что в нем продается. Ну что, друзья, заходим. Так, у нас на входе имеется вот такой вот такая штука, где вывешивают такие вещи, которые на скидке. Запомните, дорогие друзья, во всех магазинах около ворот есть такая внешняя витрина, так называемая. Там вывешиваются вещи на скидке. Мы, конечно, об этом сейчас спросим. А пока посмотрим, что внутри. Давайте. Ассаламу алейкум. Так, мы пришли в 30-й магазин. Вот. Буду с правой стороны показывать, что в этом магазине есть, дорогие девочки. Посмотрите. У нас есть вот такие куртки. Очень плотные, хорошего качества. Здесь у нас продавщица Диля торгует, у нее очень много, огромный выбор. Посмотрите, какие у нее вещи есть. Я думаю, что среди вас найдется такие девочки модные, которые обожают такие яркие цвета, такие кофточки, необычные, своеобразные. Вот, если вам нравится на такие вещи, вам именно в этот магазин надо зайти обязательно. Здравствуйте, Дилёпа. Я бы хотел попросить рассказать о вашем товаре несколько слов. Какие у вас вещи продаются и откуда вы привозите, и какое у них качество, и ценовая категория тоже нас интересует. Вот, например, есть вот двойки, да, вот такие вот со штанами. Вот, необычные, кстати. Есть расцветки. Сколько тут расцветок? Только три, да? Пока что три расцветки есть. Смотрите, вот такие модные материалы вельвет. Смотрится очень модно, классно. Сколько они стоят? 300 тысяч. Вы сейчас называете цену в розницу, да, правильно? А на оптом будет дешевле, естественно. Смотрите, девочки. Классная вещь, 300 тысяч, я думаю, это неплохая цена для такой вещи. А тут у нас кофточки, блузки тоже с брюками, да, классические. Они вместе или вы сами как бы сделали? Подбирала. Сами, да, подбираем, да, это ее творчество, оказывается, вот видите. Кофта, топик и штаны классические. Сколько они стоят? Угу. 150 тысяч, блузки. Блузки 150 тысяч. А штаны вот эти классические 200 тысяч стоят. Мне очень понравились вот эти куртки, да? Как их? Дубленки или как там называют? Я на вас тоже их видел. И вам они очень хорошо сели, хорошо идет. Вот смотрите. Это корейская мода, что ли, не знаю, корейский стиль. Потому что у меня тоже был такая штука вот с такой пуговицей. В Корее, по-моему, так это модно. Вот. Эти дубленки почем? 500 тысяч. Ого. Неплохая, да, цена. Но это видно, что это не дешевая вещь, на самом деле. Они очень плотные, хорошего качества. Вот видите, сверху материал такой дубленки, да, вот это не кожа, это как это называется материал? Замшевый, да? Замшевый. Тут воротник темный, светлый воротник. Тедди, да. Подбирайте под ваш лук, какой цвет вам больше подойдет. 500 тысяч стоит, девочки. Размеры есть, да? А, они стандартные. Получается, у них нету размера оверсайз, то есть для всех девочек подойдет, так скажем. Давайте вот теперь расскажем для наших зрителей вот эти вот штучки, да, вечерние.
Да, на Новый год самое то, самый раз. Вот. Это платье или штаны? Это получается штаны, да. Угу. Тоже отдельно продается, да? Кофточка 150 тысяч, штаны 200 тысяч. Как они называются, этот материал? Пайетки, да, точно. Вот я забыл это слово. Пайетки, с пайетками. Как раз скоро Новый год, новогодние праздники. Девушки, можете сюда смело приходить, приобрести такие вещи. Мне кажется, они очень классно смотрятся. Угу. Брюки кожаные, угу, да? И килот. Килот. Угу. Широкие. Посадка вообще отличная. Высокая. Высокая посадка. Вот этот топик, смотрите, какой классный топик. Угу. Сейчас этот топик. Очень модно, да, я видел, тоже в интернете посмотрел, очень модно сейчас. Тоже. 150. Угу. Можете вот поближе показать, чтобы материал, чтобы было заметно? Материал лапша. Лапша. И тут вот такие стразы, угу, классные. Ну, слушайте, очень классная модель. Топик сколько стоит? 150. 150 тысяч, а штаны 200, да? 280. А, 280, да. Эти кожаные штаны 280 тысяч стоят. Отлично. А тут еще и юбки еще есть. Со стразами. Угу. Вот. Это комплект, да, получается? Нет. Или отдельно? Да, отдельно. Топ такой же, но страза другая. Угу. А юбка сколько стоит? Юбка 180. 180 тысяч. Угу, класс вообще. Особенно городские девочки будут это смотреть. Мне кажется, это еще будет опал всего. Юбка. Бархатная юбка. Угу. Цена одинаковая? 150. 150 тысяч юбка стоит. Отлично. Давайте теперь взглянем на верхнюю полку. Здесь кофточки из шифона, да? Органза. Органза? Майка, да. Вот я такие слова так первый раз слышу. Органза, майка. Там. Органза. Ага, материал. Ну, для меня это как шифон, да, получается. Сколько они стоят? Покажите. 150 тысяч. Да. Классно. Вот эти тоже. 180 одно плечо. Угу. Тоже вверх, да? Вот, смотрите, какая модная вещь. Класс. И с юбками подойдет, и с брюками, я думаю. Хорошо, отлично. Давайте теперь вот вечерние эти двойки посмотрим. Эти тройки внутри. Уже кофта, тройки, да. Ага. Тут штана, кофта, штаны, да, и накидка. Да. Костюм. Костюм получается, ага, тройки. Тоже со стразами. А это двойка, бархат. Ага. Сколько они стоят? 300-350. А они чье производство? Киргизия. Киргизия, да? Бишкек получается. Ага, хорошо. Александр Ван, которая, по-моему, женщина-кореянка, да, у нее там большая коллекция. Сколько они стоят? 180. 180. Это вместе? Нет, или кофта? Топ. Только топ стоит. Брюки по 200. Брюки тоже такие широкие, плюш, модные, классные. Вот. Давайте поближе покажем. Угу. А, клёш. Тут. Вот, девочки, посмотрите, какая красота. Как вам? Как вам такое? Посадка классная, как вы видите. Отлично. Верхние кофточки, вот эти в горошках, сколько они стоят? 150 тысяч. У вас здесь какие товары из Киргизии, какие из Турции? Можете подсказать? Сейчас в Турции нет. А, у вас по большей части... Пекин, да. Да, Пекин, а Китай тоже есть у вас. Отлично. Вот эти топики, вот я недавно видел, кстати, вот девушка надевала, примеряла. Я очень классно смотрелся этот топик. Сколько она стоит? 180 тысяч. Расцветки есть, да? Отлично. Супер. Так, у нас вот теперь перейдем, да, большие мерки. Смотрите, тут очень много темные тона тут. Естественно, большие мерки у нас будет. У нас женщины любят темные тона. Плюс сайзы. Это здесь, наверное, до баталы. Получается 60. До 62 размера. Класс. Женщинам можно здесь обязательно. Нужно посмотреть, побывать.
Здесь... Они все из Турции. Это турецкое, да, видно, что это турецкие. Вы цены знаете их? Вот давайте вот, вот эти скажем нашим зрителям. Длинные по 200. Это туника или кофта? Туник. Туника. Ага. Смотрите, классная для женщин, плюс сайз. 200 тысяч, а эти? Одинаково. Все они стоят по 200 тысяч. Классно. Здесь у нас продавщица работает, Ханифа, если я, да, не ошибаюсь. Женщина классная тоже. Она только продает большемерки. Дорогие зрители, если у вас есть мамы, тетя или кто-то там большого размера, кто носит, можете смело сюда приходить, им показывать такие вещи и покупать на Новый год в подарок. Можете здесь приобрести. Здесь очень много, очень огромный выбор товаров именно для полных женщин. Здесь кофточки вот есть. Примерно сколько стоит вот эта кофточка, например? 180, да? А длинные по 200, да, сказали? Вот эти нижние тоже 200? Нижняя полка тоже 200 тысяч стоит. Класс. Вот сколько я себя помню, сколько я помню вообще этот базар, Ханифа только торгует большемерками, да? Да, у нее тоже меняется, очень много моделей. Вот приходите, можете смело приходить, посмотреть. Обязательно. 200 тысяч – это не окончательная цена, конечно, будет уступка. И можете маме своей или каким-то своим родственницам. Можно подарок. Обязательно советую этот магазин. Приходите и увидите своими глазами. Так, с левой стороны у нас Ферузопа торгует. Здравствуйте, Ферузопа. Расскажите, пожалуйста, про ваш товар, откуда вы привозите и какого они качества. Качество хорошее, да, это турецкое, я вижу. А теперь, Ферузопа, пожалуйста, расскажите ценовую категорию ваших товаров. Я вижу вот переднее, это платье, да? Платье стоит 120 тысяч, а нет, турецкого производства. Очень классное. Смотрите, с таким орнаментом необычным, с блеском. Я думаю, что можно и на свадьбу, да, их носить, и этот, как вечерние, на праздники можно носить. Есть разные варианты. А у них размеры какие? 48 до 54. От 48 размера до 54 размера. Хорошая размерная линейка. Вот, посмотрите. В основном черный цвет, да, у вас? Да. В основном черный цвет. Ну, черный цвет это самый, мне кажется, беспроигрышный вариант, хороший вариант. Да. А здесь у нас уже туники, да? Они покороче. Туники сколько они стоят? Так, туники 100 тысяч, а платье 120 тысяч. Прекрасно. Цены просто супер. Мне кажется, таких цен вы нигде не найдете. Да, Ферузопа, у Ферузопа очень хорошие цены, кстати. Эти тоже, да, туники? Угу. Это у нас что, двойка? Тройка или двойка? Двойка. Двойка сколько стоит? 250 тысяч. Отлично. Давайте взглянем так на нижнюю полку. Здесь я вижу костюмы двойки, да? Все они двойки. Девочки, посмотрите, какие однотонные, красивые, утепленные двойки. Штаны такие хорошего качества. Это Турция, да? Я вижу. Харнес. Вот я вижу... Этикетка Харнес, да, я знаю, что это турецкая фирма. У них очень хорошее качество, у них репутация очень, очень хорошая в Турции тоже. Однотонные. Сколько они стоят, Ферузопа? 250 тысяч. Расцветки есть красный, темно-зеленый, так, салатовый, серый и вот такой сочный зеленый, да, ментоловый тоже. Вот у вас еще платье есть от Зузу. Легендарное платье. Сколько оно стоит? 180 тысяч. Так, двойки у нас 250 тысяч. Запоминаем, девочки.
платье стоит 180 тысяч. Эти платья 120 тысяч. Туники стоят 100 тысяч. Отлично. Верхние двойки, вот эти костюмы. Да, давайте покажем нашим зрителям. Вот широкие штаны. Отличного качества. Яркие, сочные цвета. Расцветки у нас имеются зеленый, ярко-малиновый. Или как это называется? Фуча, да? Фуча, по-моему, называется. Есть цвет электрик. Кофейный цвет. Бежевый. Ярко-красный, грязно-розовый, голубой, еще и бордовый. А, вот, вот тут расцветки, оказывается. Вот еще бежевый есть, черный, светло-бежевый. А эти двойки сколько они стоят? 270. Они чуть подороже, но я вижу, что и качество получше, потому что здесь и оно хорошие вязки, плотная вязка и сразу заметно, на ощупь оно очень хорошего качества. Здесь еще двойки есть, две. Одна малиновая, другая серая. Вот, они тоже по 250 тысяч. Есть еще вот такая ярко-малиновый цвет. 250 тысяч. Они очень модные, кстати. Теперь посмотрим, давайте, вот такой костюм. Необычно со стразами. Тоже штаны имеются такой. Двоечка. Сколько она стоит? 280 тысяч. Производство Турция, девочки. Смотрите, такая классная вещь. И материал хороший, высокого качества. Вот. А платье у вас сколько стоит? 170 тысяч. Тоже турецкие, да? Все турецкое. 180 тысяч. Длинное платье, девочки. Видите? Те, кто в хиджабе ходят, тоже могут они носить такие платья. Вот, расцветки есть, материал теплый, хороший, можно и сейчас, можно и весной, осенью, в любую погоду носить. Вот такой обзор, дорогие подписчики, для вас подготовил сегодня. Этот магазин находится на базаре Бек Баракя, первый ряд, 30-й магазин. Запомните эти цифры, приходите и обязательно оставьте комментарий, подпишитесь. Для вас оставлю ссылочку на наш канал и номер телефона данного магазина. А еще я чуть не забыл. Я в начале видео хотел рассказать вам про вещи, которые у нас стоят на скидке. Эти топики стоят 100 тысяч. Все вот эти вещи, девочки, стоят 100 тысяч. Сум, это на скидке. Они все турецкие, как мне подсказали. Кроме вот этой джинсовой куртки. Джинсовая куртка, она чуть дороже, по-моему, 150 тысяч. Но это тоже неплохая цена. Они все по скидке, 100 тысяч. Можете смело приходить, примерить и забрать к себе. Спасибо большое вам за внимание, дорогие подписчики, зрители нашего канала eShop. Ждем вас, от вас новых комментариев. Увидимся в следующих видео. Всем до свидания.